Ура, друзья! Всем привет! Прекрасная погода, и мы снова на нашем звездном гоночном треке. И сегодня, как никогда, у нас та звезда! Звезда! Я стою, и меня жарит не солнце, а ее сияние. Мелита Станюта, чемпионка, я бы сказал, вся вселенная, в принципе, в художественной гимнастике. Ну, не гимнастике. Так много, нет. Ну, ладно, немного, я больше тебе скажу, вот прямо перед твоим приездом. Я открываю, думаю, ну, надо же какие-то регалии перечислить. Открываю, а там... Я, знаешь, у айфона разложилась так экран, как вот список большой вывалился. Да, такой. Я стоял 20 минут заворачивался. Ну бывает. Ура, ура! Мелита Станюта у нас будет ездить в нашем звездном тест-драйве. Как ты думаешь, получится у тебя вот прям время показать? У нас общий зачет среди звезд. Будешь где-нибудь в топе? Понимаешь, если бы я на старте бросила ленту, села бы за руль, и мне бы сказали на финише ее словить, я бы точно выиграла. Но так как ленты нет, надо нечего ловить. Вот, то, что я не знаю. Но на самом деле, я признаюсь, я немножко волнуюсь. Правила простые. У тебя будет две попытки, два круга. У нас круг не цикличный, поэтому ты доезжаешь один раз круг, останавливаешься, возвращаешься на старт, пробуешь еще раз. Потом две попытки в зачет. То есть одну лучшую мы фиксируем, пишем там потом на доску и рассказываем. Элита победила всех, наклонила там чемпиона Беларуси. Ну, вот такого. Главное, что в конце было написано, что машина осталась целости из Франции. Все, я запомнил, вот и я это скажу. Это для меня будет самое. Все, я в студии обязательно скажу, машина осталась целости и сохранности. Сейчас как раз Мелита проверим. Будет счастлива. Мадмуазель. Мерси. Ну что, я могу тебя обрадовать, даже на прогреве ты пустила дым из-под колес прям. Оператор наш сказал, что он слышал, что ты ругалась, материлась тут. Тише, господи! Вот это было, да? Ну, да, примерно так. Я вам сегодня расскажу, что это было. Ну, вы все записали. Но было главное, что эффект. Главное, что эффект. Это без важно. Ленты и то эффект. Вот да, ну для девушки важно, главное эффекта. Но я верю, что ты еще и скорость покажешь хорошую. Теперь мы едем на время. Да. Готова? Да. Ого-го! Я заговорилась. Ты заговорилась? Да. Сама с собой? С тобой, с вами все. Немножко здесь, да, ну было. Ой, боже, как... Испугалась? Нет. Нет, не испугалась? Мне понравилось. Мне всегда вот этот вот момент, когда почти потеряла контроль над машиной, понравилось? Но почти. Мне больше понравилось, что у тебя каким-то образом включилась аварийка. Что ты в этот момент делала? Я не знаю, она испугалась, я не испугалась. Испугалась машина. Мелита не испугалась, а машина испугалась. Она испугалась, маленькая. Все, так. Вообще, это он. Он ничего не боится. Страшно? Уже страшно. Выходи ко мне, глуши машину, выходи ко мне. Ты молодец. Слышишь, вот эти аплодисменты тебе. Да. Вот они, аплодисменты, слышали тебя? Та-дам! Да. Слушай, я с чемпионкой, подожди, дай как будто мы в паре выступаем. Мне ноги поднимать или нет? Ты прям молодец, возвращаю тебе очки. Как эмоции, скажи? Очень здорово. Знаешь, вот это преодоление, ну, я уже говорила, что мне страшно. Да, чужая машина, еще плюс вот этот соревновательный дух, соревновательный стиль, я понимаю, что... Меня должны не догнать. Даже Бог меня не должен. Что, вообще никогда, я вам больше скажу, несмотря на то, что ты за рулем, да, а он лежит, он рядом, лежит, но... он тоже не должен. Подожди, девушка за рулем, и Болт просто в кроссовках, это... Ну, я тебе скажу, что это так, интригу, время я
нашим телезрителям сейчас не скажу, тебе я его могу показать, и я скажу, что это одно из лучших вообще показателей, но как мне, если не изменяет память, то из девушек чуть ли не лучше в этом сезоне. Но... Вот. Вообще. Да. Если бы я еще 100-метровку бегала, наверное, на секунду еще смогла бы. Наверняка. Да, ну прям, так, чтобы... Прям наверняка. Да. Спасибо тебе огромное, Эмилит, было очень приятно. Я буду рад тебя видеть, если еще какой-то повод будет. Мы увидимся, еще раз дадим тебе поездить. Ура, ура, стоп, ура! Вот это очень важно, что мне еще дадут поездить на машине. Все, можно с гордостью поправить корону и ходить. Эмилит, встань вот так.